Меняя резину вовремя, законопроект о штрафах за шины не по сезону будет вынесен на рассмотрение депутатами Госдумы на пленарном заседании. Правительство Российской Федерации поддержало эту инициативу. Штрафовать могут с начала декабря текущего года. Все автомобили должны быть оборудованы зимними шинами в зимний период, летом, соответственно, летние шины. Зимний период – это с декабря по февраль месяц. Наказание будет грозить и в том случае, если глубина протектора не будет соответствовать нормативам. Штраф за это составит 2000 рублей. Также депутаты смогут пересматривать сроки зимнего периода эксплуатации шин в сторону увеличения, но не уменьшения. Отметим, в Бурятии ежегодно происходит всплеск дорожных аварий после первого снегопада из-за водителей, не успевших переобуться.